Вот. А папа, значит, сам за рулем Мерседеса. Грохнул подельника и за рулем Мерседеса. Фары у Мерседеса хорошие. Видимо, эти... Либо ксенон дорогой да. тогда был. Белые такие фонари желтые. Слушай, опять же, вот, вот везет в багажнике улику. Ты дурак, что ли? Ты прикасаться к ним не должен. Позвонил, специально люди приехали. Все, меня здесь нету. Капюшон на голову уехал, чтобы просто меня здесь не было. Ну, как это? У нас принято. Вот, вот группировка едет на стрелку. Вот милиционер на служебной машине. Он везет наше оружие. Вот приехали, милиционер раздал оружие, заехал за угол, подождал, когда всех перестреляют. Приехал, забрал оружие, а они с оружием... Забрал оружие, цепочки, кольца, коронки да. и домой. А зачем с оружием ездить? Ну, вот... Полная растерянность вообще от этого шедевра. Полная растерянность. Что это за херня, блин? Следующий. Дон Пьетро доехал до места. Там опять его этот Настурция, или как он там, я забываю все время. Ну, Нунциат-то его этот друган. Стукач. Говорит, ну да, стукач. А кто? А не знаю, кто. Говорит он, блин. Ну, тут Дон Пьетро, во-первых, поставлен перед фактом, что он убил не того. Оказия какая вышла. Да, интересно получилось, да. То есть крыса жива. Тут это терминологическая путаница все время. Крыса. По-русски крыса это тот, кто ворует у своих. Это не стукач, нет. Вот. Но тем не менее, вот у них крыса. Ну, Дон Савастана мчится на Мерседесе. Ему, естественно, сообщают, что там, блин, трагедь. Жена в курсе, Дон Пьетро в курсе, гонит машину. Дон Пьетро дает Гарри, блин, мчиться. Ну, тут, естественно, менты. Тут менты, значит. И вот ты босс. Как ты разговариваешь с этими милиционерами? Это вообще за гранью. Я миллион раз с тобой обсуждаю. Вот у меня документы лежат. В рюкзаке. Рюкзак, как правило, когда надо, лежит в багажнике. И когда меня на дороге останавливают, выйди из машины, добрый вечер, документы, минуточку, открытый багажник, всем все видно сразу. Вот рюкзак, вот документы. Счастливого пути. Никаких вопросов к тебе нет. А это что? Вот не имеете права еще чего-то. Я понимаю, что там в большинстве случаев никто никакого права не имеет. А тебе скандал зачем? Вот хочется поинтересоваться. Зачем тебе это? Что там у тебя такое? Там только рыло в машину сунь. Ну, что там? У нас только наручники лежат. Для сексуальных игр, конечно. Все. А это зачем? А ты, между прочим, босс. У тебя и опыта в 10 раз больше, чем у всех. И тут у тебя, значит, сумка с баблом. Во-первых, ты нарушаешь правила дорожного движения. И тебя остановили. В багажнике у тебя сумка с какими-то непонятными деньгами. 50 тысяч наличностью. Серьезная сумма, блин. И дальше вдруг оказывается, мент лезет к нему в карман куртки и вынимает оттуда какую-то наркоту. Это не мое! Это чужая куртка! Кричит Савастана. Это вот и есть, Дементий, поведение бывалого уголовника. Вот человек опытный, понимаешь? Вот руководит ОПГ, блин.